Как увеличить скорость передачи информации? Ответ на этот вопрос нашел аспирант Ульяновского госуниверситета Александр Абрамов. За свои старания молодой исследователь получил грант в рамках президентской программы исследовательских проектов. Его участниками стали ученые до 33 лет, презентовавшие свои проекты по 9 крупным направлениям, среди которых математика, информатика, биология, медицина, гуманитарные и инженерные науки. Проект посвящен исследованию особенности распространения электромагнитного излучения в тонкопленочных структурах и направлен на создание быстродействующих систем обработки и передачи информации, которые основаны на применении поверхностных электромагнитных волн. Разработка ученого может использоваться в IT-технологиях и применяться в изготовлении переключателей, фильтров и модуляторов. На грант Александр планирует создать схему для увеличения скорости передачи информации. В этом ему помогает еще один аспирант вуза. На федеральном уровне наши молодые ученые во многом благодаря такой поддержке добиваются определенных успехов. У нас в этом году трое молодых ученых получили грант президента Российской Федерации. Буквально стало недавно известно, что также молодой ученый из нашего опорного университета была поддержана его заявка Российским научным фондом. Это далеко не единственная программа поддержки молодых исследователей. В этом году на предоставление грантов в Госпрограмму развития инноваций и инвестиций региона дополнительно заложено 50 миллионов рублей. Специалисты признаются, что на такой объем они вышли впервые. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.